Соленое озеро Кархан – крупнейшее в Китае. Оно расположено в провинции Цинхай, где есть несколько таких озер общей площадью 13 тысяч квадратных километров. Каждое из них не просто уникальное творение природы, но и своеобразный аккумулятор солнечной энергии. Технологические инновации позволяют снять накопленное тепло и преобразовать его в энергию. Такое экологическое производство привлекает внимание к региону. Мы привлекаем инвестиции для интеграции промышленности соленых озер и новых энергетических разработок. Кроме того, активно используем преимущества местных туристических ресурсов. Невероятные красоты пейзажей и чистый воздух привлекают туристов в Голмуд, где расположено озеро. Власти развивают это направление, вкладывая и в сохранение окружающей среды. Все вместе позитивно сказывается на благосостоянии местного населения. Недавно Голмуд посетила делегация послов разных стран, которые высоко оценили уровень развития городской жизни и состояние природных богатств. «Я думаю, что Китай прикладывает много сил для сохранения природы, отвечая видению председателя Си Цзиньпина о том, что зеленые горы и чистые водоемы – это несметные богатства. Китай и Колумбия уже сотрудничают в области чистой энергии». Придерживаясь экологических приоритетов и зеленого развития, провинция Цинхай стремится стать промышленным центром экологически чистой энергетики и международным центром экотуризма.